Накануне в столице состоялась презентация нового офиса Объединения ветеранов Пенсионной службы Республики. В рамках проведения Всемирной декады пожилых людей отделение Пенсионного фонда выделило специальный кабинет для ветеранов отрасли. В торжественной церемонии открытия нового офиса приняли участие руководство фонда и участники объединения. На новом месте ветераны планируют проводить различные занятия по интересам, реализовывать значимые проекты. Для этого в новом кабинете созданы все условия. Он полностью оснащен компьютерной техникой и связью. Напомним, объединение ветеранов системы Пенсионного фонда Республики было создано в декабре прошлого года. Наше объединение создано для организации работы с ветеранами Пенсионной службы Республики, которые приехали с улусов Республики. Ну, наша задача, чтобы было организовать досуг наших ветеранов. Пенсионный фонд выделил нам кабинет такой, чтобы мы здесь организовали свою работу, встречали своих друзей ветеранов и дальше работали. Очень огромное спасибо Пенсионному фонду Республики.